Понедельник. В Самарской области пасмурно, снег. Минус 2, минус 4 градуса днем. Ночью также 2-4 градуса ниже 0. Южный ветер 4-6 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде снега. В дневное время минус 2, ночью 2 с минусом. Южный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти тучи и снег. Днем минус 2, ночью 3 градуса ниже 0. Южный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет снег. Днем минус 3, ночью также 3 градуса ниже 0. Юго-восточный ветер 4 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 65%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.